Для того, чтобы написать аннотацию, иногда приходится проделывать достаточно сложные операции. Так и на этот раз. Я распознал текстовый слой PDF-файла, который пока еще не очищен, но вполне пригоден для работы. Значит, мы добавили текстовый слой, но не встроенным способом, через инструменты распознавания текста в этом файле. Не этим способом, а через Abifine Reader. Я выставил Sanskrit, значит, это обученный мною эталон и русской старой орфографии. Конечно, она ругается, что ему не нравится, но там смесь языков, поэтому это нормально. И мы получили... Вручную я составил список аббревиатур. Конечно, с такими точными названиями, точнее написаниями, как здесь, ничего находиться не будет. Вот для этого нам в помощь приходят регулярные выражения. Итак, ma, loves, a, долгое. Это красиво, но в программе распознавания без особого обучения находить это не будет. Но есть такая галочка, тут use regular expressions, то есть регулярные выражения. И вот здесь их можно подсмотреть, например, any single character. И тогда, значит, будет искаться и A краткое, find all. Всего у нас 13 случаев. Ну, посмотрим, что он захватил мусор, может быть, захватил, бывает такое. Так, find next. То есть, как видите, находит... Тут раз вариантов немного, но на самом деле в жизни бывает гораздо более... Бывают более интересные случаи. Так, сколько там было? 12? 13. Ну, на самом деле там один не считается. Ладно, 13. Man. С маном должно быть все относительно просто, потому что слово короткое, без диакритии главное. Find all. 72. Проверяем. Немножко пробежимся. Выглядит хорошо. Цифра 72 правдоподобная. То есть 72 раза Шерцл цитирует законы Ману. С Махабхаратой, я думаю, цифра будет большая, но и написания должно быть много, не только Амбаха 452. Но в этом цифра еще больше. 52. Попробуем сейчас поиграться. Так, матчкейс. Матчкейс, значит, чтобы... Если ищу большие, нужно находить большие. Но, может быть, он находит тут маленькие файлы. Нет, 453. Там один случай, это несущественно. Может быть, тут и нет проблем. 457. Нашло еще там несколько случаев. 453. В общем, я бы не стал заморачиваться. Три случая погоды не сделают. Глазами пробежались. Правдоподобно. То есть регулярки, конечно, нужны. Они помогают. Вот сейчас мы попадались в простые случаи. 4. Метакш. У нас есть такой вообще метакш? Значит, аббревиатура записана как МИД, но на самом деле в тексте я вижу МИТАКШ. Так, значит, изму... Это отдельно интересная тема. МИТАКШ. А вижу в тексте не МИД, а МИТАКШ. То ли это то же самое или нет. Да, метакш. То есть в тексте как бы было изначально задано как мид, но реально в тексте встречается не мид, а метакш, бетл, хр, или просто метакш, но в общем никак не мид. Метакш, так. И тут даже не важно, их мало или много, вопрос принципа.
уже более интересный случай. То есть, конечно, вряд ли программа распознала правильно, без обучения, а я не обучал эталон R слоговую. Ну, мы можем попробовать просто R латинскую. Find all 39. Она могла R латинскую перепутать с G кириллической. Ну, чтобы, в общем, не гадать, поставим просто точку. А здесь мы можем посмотреть, какие еще значения. То есть конец строки. Один или больше знаков. То есть здесь можно поиграться. Ну, я играюсь на базовом уровне. Ну, собственно, ничего нового не находит. 39. Хорошо. Таким путем я грубо подсчитываю количество цитат в Шерцле. Я хочу знать, там 5000 цитат или 8000, каких больше, ведийских или классических. То есть для написания аннотации, точнее переписания, я хочу иметь четкие цифры. Вот это занимает не один час. Спасибо. До свидания.